Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень простой, быстрый, вкусный салат, который можно подать на перекус или на легкий ужин. Для этого я взяла кальмары. Если я скажу, что здесь полкилограмма, конечно, никто не поверит. Но показываю упаковку. Вот кальмары маленькие. Здесь 595 грамм чистого веса кальмара. Кальмары были заморожены вот такой в упаковке. Вес 700 грамм, как сами видите. Кальмары я почистила, удалила шкурку, удалила все внутренности, щупальца, голову. Теперь их нужно отварить. Опускать их нужно в кипящую подсоленную воду и варить 3 минуты, не более, потому что потом они будут жесткими и невкусными. Вот столечко кальмаров получилось. Оставляем, чтобы остыли. Теперь собираю салат. Кальмары нарезала кубиками. И все подготовленные овощи тоже нарезанные кубиками. Одну луковицу сюда же помещаю. Огурцы. 2 отварных яйца. Еще сюда нужно добавить свежий укроп. У меня свежего нету. У меня вот замороженный. Добавлю чуть-чуть. Две ложечки. И заправляю майонезом. Все перемешиваю. И затем обязательно пробую на вкус. Чуток соли. Немножко перчика. И перемешиваю. И вот такой вкусный, легкий и быстрый салат получился. Благодарю, что смотрели мое видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!